Итак, я сегодня немножко совсем не в том виде, в котором привыкли меня видеть. Мы находимся в нескольких километрах от города Нижневартовска, в замечательном лесу. Сегодня у нас выезд на лыжах, так сказать, с нашим туристским клубом. Мы выехали сегодня в честь праздника 8 марта прогуляться по лесу. Ну и я немножко вам проведу небольшую экскурсию по местным лесам и болотам. Здесь у нас смешанный сосново-березовый лес, а на земле мы сейчас видим следы зайца. Ну, я движусь на лыжах, поэтому не очень... Возможно, конечно, и бывают репетиторы, которые одновременно и приличные репетиторы, и лыжники, но это, видимо, не мой случай. Вот у нас вокруг сосны. Сосна обыкновенная. Тут еще можно найти сосну сибирскую кедровую. Сейчас мы ее и найдем, наверное. Где-то здесь. Но интереснее намного следы. Вот у нас следы бегущего зайца. Вот они. Припрыжку скачущего зайца. И вот с этой стороны тоже видно следы зайца. Мы находимся в нескольких десятках километров от города Нижневартовска. Здесь неподалеку находится нефтяной куст, поэтому растительность скудная. Ну, кроме того, тут у нас вдали редкая растительность. Это болото, верховое болото, перемежающееся у нас смешанным лесом. Помаши мне ручкой. Вот. Турист. Александр Васильевич, помашите мне ручкой. Молодец. Мы находимся на берегу реки Меги. Ничего не скрою. Сегодня 6 марта. Которому не хочется покою. Не знаю, а хочется лишь может по горам. Тут у нас зайчики. Да. И птички. Ведь у своими поделись друзьями. По горам. По долам, по лугам. И снова по горам. По долам, по лугам. Вы спросите, каков еще турист? И я отвечу, промолчать негоже. Турист непревзойденный оптимист. Хотя и погрустить он может тоже. Он может так грустить, что ой-ой-ой-ой-ой. Земля заплачет вместе с небесами. Сами, мол, не ясно, что с нами. И ливень пронесется над лесами. И снова по горам, то-то-то-то. По долам, по лугам, то-то-то-то. И снова по горам, по долам, по лугам. То-то-то-то-то-то-то-то-то. Я снимаю? Но весь промокший, как бездомный пес. Он заползет, как конуру в палатку. Поцеловавши пляжечку в засос. Устанавливаем палатку, кидатскую кулаку. А утром счастье полные штаны. Ведь солнце светит, как большой прожектор. И снова за плечами полданы. Хотя сразу накидок сердце протектор. И снова по горам, по-то-то-то. По лугам, то-то-то-то. И снова по горам, по долам, по лугам. То-то-то-то-то-то-то-то-то. Ой, сейчас все пойду. Еще турист по жизни прикатит. Когда меня ты позовешь? Предпочитает розыгрыш зарядки. В приколах он есть такое, да. Едем в юмором, ты у него в порядке. Не знаю, если пережить не найдешь. Но ты посолегчаешь, чтоб не отбывать. И друг зовет от двух страны. А утром заявить, что так и было. Прошлая зимняя, наверное. Или была прошлая, да? Да ничего с ним не будет, уже повторит. Кстати, по горам, по долам, по лугам, топ-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 топ.